Всем доброго солнечного утра! У нас такая прекрасная погода, опять все тает. Джекис тут гуляет, мы уже направляемся в сторону дома. Чуть прошлись, у тебя волосы во все стороны у тебя. Смешной. Вот. Но мы направляемся домой сейчас. Вот, потом нужно будет съездить по делам. У тебя волосы смешные. Вот, классная погода сегодня, но ветер такой у нас, это аномальный. Открываем с утра, просыпаемся, открываем эти... Как вампиры. Да, и такой яркий свет. Ну, как вампиры. Вот, ну, надеюсь, скоро это все опять растает. Хотя обещают пару дней, что опять снег будет, так что... Снег, но опять... Ну да, странно, как-то он мокрый такой, сопливый будет. Вот, так что пойдем сейчас домой. Вот, я там иду. Привет! Пойдем домой, надо Джекиса помыть, покормить. Вот. И уложить. И уложить, ушатать. Да. Ой, проходите. Мы уже в центре, сделали дела. Смотрите, какая красота у нас. Кстати, растаяла вся река полностью. А? Но. Заметил? И не сильно поднялось, смотри, по уровню. А? Ну нет, нет. Поднялось. Как и было. Мы как-то думали, что будет, ну, поднимется побольше, а не поднялось. Вот. Солнышко периодически светит, это классно. Так, пройдемся дальше. Вот. Пройдемся к моей школе. К твоей бывшей школе, да? К моей бывшей школе, она там вот за углом куда-то пройдем. Вот. Ну и не знаю, поедем домой уже, надо обедать скоро. Но погода классная, если так погулять, очень много народу гуляет, все вот с колясками ходят, все с собаками. Да. Так что... Не так уже и холодно. Но... Ветер, видишь, я без шарфа, потому что так не ветер. Одень капюшон, если что. Не одевается. Ну, в общем, одену, да, сейчас капюшон. Вода классно, погода, вообще уже самое время выходить на улицу и гулять. Надо Джекиса как-нибудь взять, будет пройти. В центре? Ну, вот даже здесь, смотри, классно. Туда нам мешочки с собой брать. Мешочки? Так они же у нас в этом. Пойдем почуть. В этом у нас, как его, фаводкесом. Ну, хорошо. Надо ехать уже домой и кушать тоже. Ну, идем еще. У меня скоро тренировка вообще. Я уже забыла, что мне сегодня работать надо. Еще рано. Но все равно. Я буду его снимать, потому что это будет смешно. А? Я буду его снимать, потому что это смешно. Но где ты в этой стороне будешь? Я снимала. Вот так, Джеки, тоже садись. Ага. О, смотри. Так, мы поставили тут все, как обычно, Валя будет беспорядок наведен. Проводить тренировку с детьми. А тут Джеки потребовал внимания. Пока есть время, у меня вот такие вот косточки. Сейчас будем Джеки с мы тренироваться, да? Что ты умеешь, покажи. Давай, лежать. И что, разве ты так, как слон, лежишь? Сидеть. Молодец. Лежать. Нет. Сидеть. Что ты уже на камеру? Иди сюда. Сядь. Дай опять. Молодец. А что ты ему дала? А вот такие вот. А, эти штучки. Лежать. Молодец. Лежать. Сидеть. Молодец. Хорош. Дай опять. Другую опять. Другой. Не кусай. Другой, вот эту. Молодец! Он сделает это? Дай бусик. Молодец! Кувырок внизу он повторит. Ага, сейчас. Крутись. Хорошо. Хорошо. Лежать. Кувырок. О, боже! Ты же головой ударился, дурында ты! А ты! Лежать! Кувырок! Что такое? Еще раз! Жака! Сидеть! Лежать! Ты же умеешь! Нет, нет! Успокойся! Успокойся! Лежать! 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 Он уже понимает, что... Он понимает, что
что от него хотят. Лежать, спокойно. Кувырок, молодец! Джека, иди сюда, сиди, лежать. Что это? Так, не спеши, успокойся, спокойно. Лежать. Шила в попе. Вот это называется Джек Рассел Терьер дома. Это та собака, с которой невозможно, в принципе, невозможно лежать. Договориться, да. Кувырок. Молодец. Джек, ты молодец. Джека, сидеть. Главный приз. Прыгай. Не, у меня еще есть. Прыгай. Молодец. Лежать. Смотри, у меня главный приз у нас, супер игра, лежать, ура, молодец, иди кушай. Все, в общем. Пошла я одеваться, да, куда? О, уже время, слушай. Уже время? 50 с копейками, да, пошла я одеваться. Вот так вот и проводим время. Я уже отработала и приготовила вот такую вот вкусняшку. Это мы тут недавно с Богданом сделали. Куда, воришка, куда? Сделали, когда ему там эту диету такую прописали. В общем, ничего особенного. Курица с замороженными овощами и рис. И настолько вкусно, я покупала овощи. Я сейчас покажу. Кстати, очень вкусно. И уже вторую пачку такую купила. Написано. В общем, зимний суп. Значит, здесь брокколи, стручковая фасоль, лук, порей. Морковка и этот брюссельская капуста. И брокколи, точнее, здесь цветная капуста. Вот, нереально вкусно из этого лука. И вот мы уже который раз, значит, второй мы делаем, и прям очень нравится. Ну, как у тебя дела? Попрошайка маленькая. Мартышкин. Вот, так что мы идем, садимся кушать. Мы, наверное, пойдем туда, да? Посмотрим телевизор. Кстати, тюльпанчики, смотрите, какие. Выросли, надо будет их сейчас подрезать. Они чуть ниже были, где-то вот до сюда. Вот за сегодня на солнце выросли. Так я сейчас после ужина их обрежу и опять поставлю. А другие тюльпаны я, кстати, не вижу, где свет. Вон туда поставила. Так что вот такая вот у нас красота. Надо уже все эти лепестки, все это убирать. И, короче, что-то новенькое думать уже к Пасхе. Согласен? Ну что, мы уже собираемся отчаливать ко сну. Я сходила в душ, помыла голову. Вот, так что сейчас буду сушить сеном. Вот, заниматься процедурами своей Форео Луной. Вот, как каждый день делаю, кстати, утром и вечером. Получается как-то держать этот ритм. Единственное, что еще пока, ну, не все могу сказать по поводу того плюсов, каких-то минусов. Видны какие-то результаты, но я думаю, я этим всем поделюсь чуть позже, потому что еще, кстати, представляете, я еще даже не воспользовалась вот этой вот частью, которая надо для этой, для от морщин. В общем-то, массаж делать как-то все нету времени. Вот, а пользуюсь вместе вот с этим вот, мылом я взяла для комбинированной еще с кожей. У меня было для более чувствительной, но я посмотрела, что она очень сушит мне, сушила лоб прям, нос очень неприятно было. Вот, так я решила в этот раз все это поменять, по типу кожи полностью пройтись. Видимо, это весна наступила уже, и получается меняется все равно тип кожи. Ну, не то, что тип кожи меняется, все равно какое-то состояние кожи. Вот, еще у меня тут ноготь отвалился. Представляете, сегодня всем этим как-то прям полностью лак сошел. Вот, так что надо будет записаться. Завтра буду записываться на маникюр. Вот, и будем отдыхать. Завтра у нас знаменательный день. Богдана снимают швы. Вот, так что это будет потрясающий день, праздник. У тебя завтра праздник, да? Ой. Швы снимают? Да. Да? Что, и как будем праздновать? В ресторан пойдем. Все закрыты, ресторан. Вот, так что буду я тут все делать себе и будем отдыхать уже. Всем спокойной ночи, всем пока-пока.